очень большой металлургии ценили. И отношения были, знаете, что удивляло? Прекрасные отношения между металлургами и строителями. Это великое дело Черепанца. Почему мы все ребята? Решение Череповецкой городской думы, которое было принято в 2019 году об установлении памятной доски на фасаде здания, в котором жил Валентин Васильевич, наверное, это признание заслуг этого человека. Это дань уважения человеку, который умел строить, добротно строил, качественно строил, строил на года. Это уважение к человеку, который делал все во благо и на благо людей. Я думаю, что Валентин Васильевич, как воин, как труженик, останется навсегда в наших сердцах, как неизменная память всем строителям. А то, что он создал в Череповце, ему будет светлое памятниками на всю жизнь, на всю оставшую жизнь нашему поколению, на всю жизнь оставшим и будущим поколениям. Право открыть памятную доску Пушина Валентина Васильевича предоставляется заместителю мэра города Наталье Владиславовне Стрижовой и представителю ветеранской организации строителей Евгению Николаевичу Ефремову. Yes.